Все современные компьютеры уже давно работают на UEFI, окончательно перейдя с BIOS и ее псевдографики. Есть ли польза от этого или нет, каждый решает сам. Но у UEFI есть одна интересная возможность, которую BIOS, увы, не имеет. Это UEFI Shell, буквально мини-операционка в прошивке. Что она вообще может? Это своего рода консоль, позволяющая просматривать информацию о компонентах ПК, смотреть содержимое памяти, выполнять UEFI приложения, скрипты и работать с ними. Также возможно совершать и обычные действия в виде перехода по папкам или удаления перемещения файлов на накопителях. Прям местный DOS. Точки монтирования с префиксом FS указывают на разделы или диски, файловую систему которых UEFI узнала. Если диск неизвестной файловой системы или имеет множество томов, то они будут иметь название BLK. UEFI Shell запускается автоматически в том случае, если на ПК нет накопителей или отсутствуют какие-либо загрузочные записи. Эта штука очень полезна для опытных и ответственных пользователей и для тех, кто хочет обновить прошивку своей материнской платы без участия реальной операционки. Что для вас роднее, синий интерфейс BIOS или все-таки красивый графический UEFI? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал.